Здрасте, знаешь, какую хуйню покажу? Я, блядь, админку взломал. Вот смотри, я сейчас какую хуйню, блядь, смастерю. Я админа, блядь, стану, сука. 2, 3, 4. Сюда вот ставим вот паутинку, куда тут пизданем красную пыль. Это ритуал, блядь, сука, не пизди, блядь. Хуечек голову сюда вот куда-то там пизданем. А? Еще немного семян пизданем. Так, вставай сюда, ложарей за мной. Нет, я извини, это не буду повторять. Не вот, убьешь, блядь, поверь, смотри, мне, нет, это куда, я, куда, блядь, дом... знаю, блядь, я хакер. Домой дом спиздил, блядь. Дорогие друзья, я, короче, придумал такую акцию у нас на сервере. В общем, ну, если вы находите грифера, то есть, ну, увидели, что у него золотой дом, скидываете фотографии в группу, показывайте, где, что, как зовут там, показывайте координаты. Если действительно грифер, вы можете получить випку. И чем больше будете таких присылать скринов, тем больше у вас шанс получить должность выше. То есть, можете получить админа, потом креативку, потом... администратор, и так можно дойти до команды проекта, если вы будете помогать искать гриферов. То есть и вам хорошо, и нам хорошо. Для этого заходите на сервер, играйте в Майнкрафт, ищите. О, мне звонят, тихо. Все, я еще в описании напишу про это. Все, так. Алло. Алло, сука. Алло, здорово. Алло, блядь, это у меня вот этот лучший магазин. Чего? Какой у тебя магазин? У меня лучший магазин, блядь. Хочешь посмотреть? Какой тебе магазин? Даже перейти, наверное, могу. Ну давай, что за магазин? Давай, пиши кал. Кал? Говно? Блять, сам ты говно, сука, ты пыхайся, блять. Ты сказал, пиши кал, кал-то говно. Блять, ой, даун. Ну, сука, ты нуб, что ли? Ну, а какой у тебя ник-то? Не, мне ник, сейчас, короче, в чате напишу один. А ты так, не можешь помнить свой ник, что ли? Ну, не знаю, вот я в чате один написал. Хак ник называется хак-админ, я хакер, блять. Ты хакер? Че, да, я хакер, блять, на этом сервере. А, ну хорошо. Я кого угодно взломаю тут, блять. Стой, вот, я тебе кол прописал. Так, все, сейчас ТП-ацепт. Ацепт. Блять, сука, ебаный. Да блять, ну что, ты ТП-эксепт написать не можешь? Да блять, раскладка. Все, блять, это ты тут ебанат, который... Блять, где ты ебанат тут? О! О, сука, ты где? Я здесь, я уже здесь. Вот, я не видишь, что ли, меня? Нет. Во, не тут не сразу, он видит. Блять, где ты, сука? Да как, где, вот я. Да, сука, где ты? Ты не видишь, что ли? Сука, заебал, а вот все. Вот я. Не видишь, вот, что... смотри, какая у меня тут хуйня может продается. Вот, смотри, какая у меня хуйня тут продается. Это что? Посмотри. Видишь, как у меня это тут что, хуйня? Яйцо дракона, что ли? Что за херня? Да. Ты посмотри, какой он зачёрный. Сука, прости, просто. Посмотри, какой он зачёрный. Что за гриф здесь? Что за пауэр панч? Я первый раз выжил такое яйцо вообще. Ты что сделал? Я же сказал, блядь, я хакер. Сука, это яйцо 127 левела, оно мне тут продается в магазине задорого. Видишь, броня есть 127 левела. Просто суперская. Видишь, какая мне хуйня, блядь, надета. Это вот такая вот броня, да супер, блядь, просто. Сколько сука, дай стоит? Мне, дай мое яйцо. Ну на, держи твое яйцо. Я его продаю тут, блядь, за бешеные деньги. Сколько он стоит? А, денег 10 тысяч. И все? Как-то и все, блин. Одно яйцо 10 тысяч, а у меня здесь смотри, сколько, блин. А, ты же не в регионе. Я не могу смотреть. Мне их вообще пиздец просто как много. Это сейчас, хорошо. Короче, вот это вот мои тут кассы. А, это кассы? Мои... А, вот. Фига вот здесь себе. Там у меня вот, типа столовка я построил. А. Там у меня вот золотые блоки. Это ты один вот магазин этот построил? Блять, да. Да, да. Вот, смотри. Видишь, какая хуйня классная. Да. Вперед, открывай, закрывай. А можно открывай, закрывается. Можно я тоже? Сука, иди сюда. Прикольно, слушай. Блять, тебе тоже такое можешь построить, это легко, блядь. Хорошо. Сука, иди сюда. Ты заебал. Чё ты меня бьёшь-то? Ну, блядь. Вот смотри, вот это вот мои сундуки, в которых я складываю всякую хуйню и продаю её. А, ну хорошо. За бешеные деньги. А, вон как, у тебя... Вот смотри, вот здесь у меня вот серебро лежит. Вот, можешь даже посмотреть себе одну дам. Вот, блядь, вот смотри. Блядь, иди сюда. Сука, ты где? Вот, видишь? Вот это серебро. О. Высшая проба, блядь. Хорошо. 625-й какой-то хорошо, крат, хорошо, блядь. Спасибо за серебро. Сука, иди сюда, блядь, золото верни, блядь, серебро. Ты же мне отдал. Посмотреть дал. Ну ладно, на. Да все, да что ты не бьешь? Вот, здесь у меня хранится серебро. Здесь у меня хранится золото, блядь, высшей пробы, 625-й. Это классно. Здесь алмазы, блядь, алмазные блоки. У тебя крутой магазин, я смотрю. Прям мощный. Реально алмазный, блядь. Вот здесь у меня вот хранятся броня. Броня хранится. Тут всякая алмаз, вот зачарованная, блядь.
Здесь у меня хранится оружие. Здесь оружие труда, блядь, как в СССР. Здесь у меня хранится всякая хуйня, которую я спиздил. Здесь у меня тоже еще какая-то хуйня спизденная. А здесь у меня iPhone 6 хранится. Реально iPhone 6. Прям iPhone 6. Реально iPhone 6, вот смотри, блядь. Прям реальный iPhone 6. Реальный, сука, ты что там делаешь? Сука, иди сюда. Заебал, блядь. Вот смотри, видишь, какой, блядь. Нифига. Классный iPhone 6. Это iPhone, блядь. Новейшая модель. О, он, а чё, а это мои вещи, которые тебе нельзя трогать. Опять зачарованная фигня какая-то. Какая фигня, блядь, сам ты фигня. Отдай ее, блядь. Ну на, мой, на. Тебе что-то всё зачарованное. Вот Dragon 30 тысяч стоит. Как, хотя нет, не 360, сука. А, вот мой iPhone. А теперь иди сюда, блядь, мне лагает вообще. Иди сюда. В каком говно? Что говно? Я говорю, сервер говно, говорю. Вот здесь у меня склад. Сука, не ходи туда. Какой склад? Не городи, потом тебе покажу. Вот здесь у меня склад. Здесь сундук. Я вижу, там, что здесь сундуки. Я рад, что здесь сундуки. Иди еще, блядь, иди сюда. Ты сказал, не там ходи. Еще у меня сундуки. Там сундуки, вообще полно сундуков. Жаль то, что пустые. Ну ничего, еще успею тут на грифе. Иди сюда. Вот этот мой друг, блядь. Что за друг? Марфи. Можно его сломать? Иди нахуй, блядь. Мой друг, мы с ним с самого начала игры играем тут, блядь. А-а-а. Это снеговик. Марфи? Марфи его зовут? Да, Марфи. Он... А, хорошо, он лох? Сам ты лох, блядь. Ты чё? О, можно я саженцы возьму? Пошёл нахуй от них. Это мои саженцы. Не трогай моих братанов, блядь. Это мне все братаны тут. Вот этот братан. И эти тоже тут братаны. Это мои золотые саженцы, блядь. Я их тут посадил, когда начал играть. Золотые саженцы? Да, саженцы. Сука, отошел от них. Ой. О, сука, что творишь? Ой, стой, я же не хотел. Иди сюда. Я не хотел. Сука, ты... Я не хотел. Иди сюда. Ты что, я сейчас умру? Братанов, блядь. Я себе у тебя сколько ресов. Ладно, ты пыхайся, забирай, блядь. У меня они не выпадают. Вот я тебе тут отдаю. Они не выпадают. Это... А, или выпали. Стой, мне все... Выпали, пиши кал. Они выпали, у меня же кит-старт, он не должен выпадать, слышь? Он выпал, иди сюда, блядь, пиши кал, я тебе возвращаю, блядь. Все, сейчас я тебе кал напишу, а чё они выпали? Вот, возьми. Они не должны выпадать, бред какой-то. О, ты вернул? Нифига да? себе. Сука, ты где? Вот я. Сука, блядь, ты где? Да сейчас, вот я. Чтоб братанов моих больше не трогал. Вот теперь вот смотри, видишь ту золотую комнату? А, ну да, я видел ее. Да, она вообще, знаешь, какая классная? Это комната твоя. Очень? Блять, это моя комната. А, вот. Там лава. Я туда не пойду. Лава, говоришь? Да там безопасно, там проход, блядь, другой мир. Отошел, смотри, я сейчас прыгну и туда, и не сдохну. Давай. Смотри, блядь. Ну ты не прыгнешь. Вот. Сейчас, ты сейчас сгоришь, ты сейчас сгоришь. Не сгорю, блядь. Ебан, что ли? А. Сука, стой пока еще там. А ты как сейчас выжил? Это тоже прыгнешь. Обычно, блядь, ты тоже давай прыгай тут. Прыгать уже? Я не да, пойду, прыгай. Ты дурак, что ли? Да, блядь, я выжил, видишь, мне там мой ник. Да я не, да че, я да сдохну. Да вот тут мой ник, блядь, да иди сдохни, ты... что... Сука, я сдохну. Ой, А, блядь, лох ебаный, блядь. Сука. Ты, я сгорел, слушай. Пиздун, блядь. Я сгорел. Мне похуй, блядь. В смысле? Спасибо за ресы, ебана. Подожди, ты... ладно, пиши кит-бонус. И тогда тебе все ресы верну. Я написал кит-бонус. Давай тебе привет. Ты нихера кит-бонус. Так, вот, смотри, видишь, я принял твой запрос. Ёх ты, ёх. Пошли опять в ту комнату, а? Нет, в комнату не пойду. Сука, ты где? Вот я. Вот, смотри. Вот теперь, знаешь, иди-ка вот сюда, вот встань вот в этот угол. И, короче, вот смотри, вот встань в окно, видишь там, какая алмазная фигня стоит. Ну это хер какой-то. Видишь? Слышь, спасибо ты за кит-бонус. Хватит, ладно. Я тебе сейчас кое-что покажу, ты вообще просто охренеешь. Да ты прими кол хотя бы. Ну вот, сейчас приму, блин. Ну прими. Цепт. Сдолбал. Сука, вот, да блядь, те. А, вот, сука. Сейчас голова. Тебе знаешь, какую хуйню покажу. Чё ты покажешь? Я, блядь, админку взломал. У меня админка есть, блядь. А-а-а. Я админ, блядь, на ну этих да, серверах. Я верю, верю. Сука. И как ты ее взломал? Обычно, блядь. Вот смотри, я сейчас какую хуйню, блядь, смастерю реально здесь. Я админом, блядь, стану, сука. Да? Вот смотри, раз, два, три, четыре. Так, вот сделаем такую давай, хуйню. Давай, давай. Ты что делаешь? Че, реально не веришь, что ли, блядь? Нет. Че думаешь, то, что реально такой ебанат, блядь? Ну да. Вот, сука. Вот, блядь, вот. Ты что делаешь-то? Так, сюда вот ставим вот паутинку. Так, сюда вот пизданем красную пыль. Это мы сейчас будем ритуал проводить. Ты что делаешь? Ритуал, блядь. Какой ритуал? Ты что, какой пыль? Это, блядь, ритуал, сука, делал. Ты больной? Сука, головы не хватает. Сука, головы? Блядь. Сука, блядь, стили не получается. Так, ага. Сейчас возьмем голову. Головы не хватает?
Да. Возьмем голову. Надо срубить, к сожалению, пару моих братанов. Жалко, конечно. Зачем они? Моих братанов. Это нужно, блин. Зачем? Сука, блядь. Сука. Ага, вот. Вот, блядь. Что за херня? Что за ритуал бесполезный? Прости, братан. Что за тупой ритуал? Это ритуал, блядь, сука, не пизди, блядь. Сейчас вы видите, блядь, её админы взломают. Ритуал сейчас, блин, провода хуячим в голову. Так. Вот сюда вот кидаем пшеницу. Вот сюда вот куда-то там пизданём. Ага. Сюда пизданём. Еще немного семян пизданём. Что ты делаешь? Ты херню какую-то. Сука, куда... Куда мне... Ага. Сука, пшеница. Сюда это все, сюда. Это сюда. Так, немного прыли там насыпем. Блять, у меня она обратно возвращается, сука, ритуал не получается. Это сюда, вот это сюда кинем. Ну и ладно, ну ты, короче, обманул, херня это все. Сука, честно, блять, сука, заткнись, блять. Я этот ритуал провожу, это сюда, это сюда, это сюда. Да все. Это сюда, это сюда. Видимо, это сюда, фуфло блять. Это все. Чё, реально не веришь, что ли, блять? Нет, нет. А вот теперь смотри, будем сейчас читать заклинание. Давай, давай. Так, вставай сюда тоже. И повторяй за мной. Давай. Нет, я извини, это не буду повторять. Че, не веришь, что сейчас админ появится? Нет, нет. Сука, блядь, сейчас он реально появится, смотри. Давай. Давай. А, давай, опять не вот, убьёшь. Вот, блядь, поверь, смотри. Мне, нет... Это я, блядь. Я где сказал, ты? Что админ взломаю, блядь. Где ты-то? Вот, блядь, я тут летаю. Это кто, слышь? Это кто, я, кто-то блядь. В твой дом пришел. Это я, блядь, админ взломал, сука. В смысле ты? Вот ты стоишь. Сука, ты... Это я, блядь, это я админ взломал. Видишь? В смысле? Как ты админ взломал? Обычно. Чё за херня? Это чё сейчас за ритуал был? Подожди, чё за... Ты чё гонишь меня здесь? Это кто? Это не ты. Это я, блядь. Смотри, я сейчас, сука, 1, 2, 3 напишу в чате. Вот, видишь, блядь. Команда проекта? Ты команда проекта? Два, блядь, я её взломал. Видишь, взломал. Я сейчас прям еще 5, 6, 7 напишу, блядь. Даже, блядь, 8 случилось. 8. А, слушай, это что за херня? А хули ты тут с топориком пиздишь тут? Я? Сука. Я сейчас хочу сделать скрин и отправить жалобу. Пошел нахуй, блядь. Тут админ тупые, блядь. Они ничего, сука, тут не... А, стой, стой. Это твой друг, говоришь, снеговик? Да. Сука, не трожь его, блядь. Сука! Ты нахуй, сука, верни моего братана, блядь. Сука, иди сюда. На, вот и вернул. О, сука, меня что-то майн лагает, надо перезагрузить. Сука, блядь, у меня реально дом пропал. Блядь! Ёбаный в рот, пиздец просто. Звездец, вот, блядь, какой-то у меня, сука, дом кто-то. Сука, хули у меня тут дом пропал, сука. Дом мой дом спиздил, блядь. Сука, где мой дом? Сука, хули ты админ убил? На. Сука, у меня что-то вылетел. Ты читер, сука, погоди. Мне что-то вылетит. А, вот я, блядь, зашел. Все. Сейчас, сука, о-хо-хо-хо-хо. У меня есть потайник, остался, ха, блядь. Да, блядь, это потайник, блядь. Сука, блядь, верни, блядь. Сука, верни. А, мне все еще остались. Алмазики, да, блядь, мои изумрудики, сука. Все. Сука! Сука, верни резу, блядь! Верни дом! Ага, ничего тебе не верну. Я тебя пизжу. Давай, давай. Давай, давай. Ты хакер проклятый. Да, блядь, я хакер. Давай, все, 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 я тебя скидываю со скайпа. Пошел, блядь, не... сука, не надо. Да от тебя толку нет. Всё, сука, блядь. Все, пока. Блядь! Ёбаный в рот! Да пока, все. Сука, верни дом! Я не верну им никакой дом, все, и конец ему. Я не знаю, что это за ритуал был, что он с другого ника просто зашел, который купил команду проекта. Я не знаю, что он взял. Может, реально такая хрень? Надо будет попробовать. Ну, хотите, попробуйте прийти на сервер, ссылка в описании ролика, что он сделал, что это за ритуал, если у вас получится, конечно. Это будет довольно смешно, я даже не знаю, как этот баг убрать. В общем, ребята, акция до сих пор действует. То есть вы можете вот так вот, например, зайти на сервер, увидеть грифер, допустим, увидеть такой алмазный дом, сделать скриншот, зайти в группу, которая указана ниже в описании ролика, выложить туда скриншот, написать, где это координаты, да, свой ник. И если действительно так, мы проверим по адресу, пролетаем. Если так, то вы получаете автоматически випку. Это сначала. Чем больше вот таких присылаете нам домов, тем больше вы получаете привилегию. Лучше привилегию, там, администратор, то есть, пожалуйста, заходите. В общем, друзья мои, всем спасибо за внимание, всем пока, этот придурок орёт, чё. Всё, всем пока, ставьте лайки, всем пока.